Приветствую вас, друзья! Команда CarTime снова с вами. И мы с вами имеем очень хорошую возможность узнать о некоторых новинках 2020 года от Fox раньше, чем все остальные. Я нахожусь сейчас не на выставке, не на презентации, а на самом настоящем коммерческом собрании английской и европейской команд Fox, на которых представляются все новые продукты, на которые Fox делает основную ставку, которые были разработаны в течение последних 3 лет. Сегодня мы пробежимся очень быстро по основным мотивам, основным продуктам, которые были созданы за последние эти 3 года, как я уже сказал. А более подробно вы о них сможете посмотреть ролики на нашем канале позже. А скорее всего тогда, когда я уже вернусь и смонтирую это видео, о каждом продукте отдельно, более профессионально от самих создателей данных продуктов. Итак, мы начнем с раскладушек. Начинаем мы снова с самого верха, то есть с топового сегмента, там, где Fox всегда и славился. Новые разработки, новые видения, новые материалы и, конечно, интересные цены. Моя любимица – Flatliner. Это новое поколение известной раскладушки Flatliner, которая, наверное, была самым комфортабельным ложем для карпятников в течение последних 7 лет. Оно теперь немного устарело, и на его место приходит новый Flatliner, который заменит серии Flatliner и Flatlighter. Почему? Потому что они становятся совершенно универсальными. Первое – это то, что все раскладушки серии Flatliner выходят с молнией, которая совершенно не мешает и запрятана под матрас. Что это нам дает? Это нам дает возможность купить раскладушку как отдельно, так и вместе со спальником, то есть превратить ее в систему. Как со спальником трехсезонным, так и пятисезонным, который является максимальным по качеству от Fox обычного, соответственно, от холода и от влаги. Что нам дает новый Flatliner к плюс этому? Соответственно, новые ноги со спринг-лок механизмом и автоматической регулировкой высоты. Плюс ко всему, высота ножек самих стала на 10 сантиметров больше, чем предыдущие. Соответственно, это нам возможность посадки удобной для спины, поскольку вся поддержка низа, так называемая, она теперь идет целиковая вдоль всей раскладушки, всего скелета. Соответственно, при присаживании на раскладушку вы не почувствуете каких-то межподушечных провалов. Она полностью целиковая и полностью хорошо натянутая. Плюс ко всему этому, рама осталась в том же размере, но внешняя часть чуть сократилась для удобства. При этом центральная часть с утолщенным матрасом, в отличие от предыдущей модели, в 5 см стала 6-сантиметровой, стала чуть шире. Соответственно, это увеличивает комфорт и уменьшает размеры транспортировки. На это играет, ко всему прочему, механизм складывания в 2 местах. Раз и 2. Это дает возможность, опять же, раскладушки складываться в примерно на 25% меньший размер, чем до этого в предыдущей модели. Давайте посмотрим следующую раскладушку. А также, по просьбам европейских, а также российских карпетников, Fox вернулся к восьминожной схеме. Теперь топовую раскладушку от Fox, Flatliner, вы можете приобрести как в восьминогом исполнении, так и в шестиногом исполнении с выдвигающейся регулируемыми 2 ножками по краям. Я думаю, это очень хорошо для всех нас. Еще раз хочу вам напомнить, что на сегодняшний день, после данных запусков, фоксовская линейка раскладушек будет представлена 4 моделями, а именно эконом-вариант EOS, всеми любимая R-серия среднего сегмента, а также топовый сегмент Flatliner, по которому мы сейчас сказали пару слов. Плюс к этому прилагается совершенно новый продукт, совершенно неизведанный до этого на рынке, Duralite. Соответственно, чем его прерогатива и в чем его плюс по отношению ко всему остальному? Он также является люксовым. Исполнен он в варианте только компакт. Соответственно, само слово Duralite говорит о том, что оно должно быть легким. Этот продукт действительно самый легкий на рынке и самый надежный для этого веса. Я вам продемонстрирую. Раскладушка весит всего 8 килограмм. Вместе со спальником она весит около 9,5. Оснащена она также молнией по всему периметру и может продаваться и приобретаться вами как в едином раскладушечном виде и как система. Система для 3 сезонов и система для 5 сезонов. Очень удобный каркас, дышащая 3D-подушка, стальная труба посередине для того, чтобы вы могли смело
и все наши коллеги до 150 килограмм, а то и до 180 присаживаются посередине раскладушки безбоязненно. Раскладушка также оснащена механизмом Spring Lock с автоматическим регулированием ножек и двумя ножками по краям. Соответственно, эта раскладушка, используя философию минимального веса, является только шестиножной. К ней можно купить спальник. И дополнительно, не обязательно распространяющийся под брендом Duralight, вы можете использовать любой другой спальник, поскольку во всех новых спальниках, производимых Fox, к дополнению к этим двум раскладушкам сегодняшнего дня, везде есть прорезь для ножек в обеих краях. Но обязательно я рекомендую вам посмотреть видео от профессионалов, работающих в Fox, которые расскажут про абсолютно все плюсы данных продуктов более подробно вскоре на нашем канале. Пройдемте дальше. Буквально пару слов о долгожданных высокотехнологичных продуктах от Fox. Fox наконец-то включился в борьбу супер продвинутых, уникальных, стационарных маркеров с использованием в том числе дистанционного пульта, многоцветового, соответственно, наконечника, который дает вам возможность ловить рыбу и использовать данный пульт на расстоянии до 300 метров. Вы можете использовать данные маркеры в паре, вы можете использовать их в 3 штуки и 4 штуки одновременно. На пульте есть 4 кнопки под каждой из них. Вы можете выбрать дополнительно в каждом из ваших маркеров один из 6 цветов, который будет вас отличать от остальных коллег на данном водоеме, если они также используют фоксовские продукты. В чем уникальность данного продукта? Ну, во-первых, трубки исполнены из более толстого пластика, и они менее подвержены ломкости. Во-вторых, длина данного набора уже изначально идет в размере 6 метров. Вы можете дополнительно докупить до 9 метров еще 3 секции. Также дополнительно вы можете к обычному набору докупать фонарик, как я уже сказал, пульт. Также вы можете покупать наборы из одного маркера, двух и так до 4. Он не дешевый, но он совершенно уникальный в своем роде. И те, кто использует на больших водоемах стационарные маркеры, я думаю, будут максимально довольны данным продуктом. Используется он как с классическим грузом, которым он комплектуется. Его вес составляет 2,5 килограмма, и он удерживает все 9 метров, которые возможно накрутить на один маркер. Также дополнительно выпущен отдельный продукт, который можно использовать вместо груза и наполнять камнями, а также использовать в виде дополнительного прикормочного мешка в центре вашего прикормочного пятна. Плюс ко всему, долгожданный продукт от Fox на рынке, на котором до этого играли всего несколько компаний, всего одна карповая, насколько вы знаете. Чем фоксовский продукт, скажем так, интереснее, чем другие? Во-первых, его емкость. Максимальная емкость большого аккумулятора 96, маленького 48. Плюс ко всему, в каждом из них есть фонарь. Но самое главное не в этом. Самая главная идея состоит в том, что данные аккумуляторы работают на совершенно новых батареях, которые, в отличие от всех остальных литиевых, используемых до сих пор в рыбалке нами с вами, не боятся холода. Это самое главное их преимущество. При этом, соответственно, зарядку они будут держать больше процентов на 30 с точки зрения удержания их самими на рыбалке в любых условиях погодных на ваших сессиях той емкости, которую вы изначально задали при зарядке дома. Перейдем к следующему продукту. По многочисленным просьбам всех рыболовов Европы, а также, опять же, российских карпетников, Fox, выпустив 2 года назад модель RX Plus в своем топовом сегменте, которая прекрасно себя уже зарекомендовала на наших берегах, продолжила данную идею уже в более экономных вариантах в сигнализаторах электронных поклевки. Теперь он сам ассортимент данных электронных сигнализаторов намного проще для понимания, для покупателя, также для рыболова.
Теперь мы имеем серию M, которая снабжена, в отличие от предыдущих сигнализаторов, мультицветовой индикацией в радиусе 6 цветов, который регулируется простым нажатием сзади резиновой кнопки, так же, как у ее старших братьев RX+. Соответственно, он не снабжен датчиком и не снабжен радиоканалом, соответственно, подключение к нему пейджера невозможно. Для этого существует модель MX, которая также будет продаваться в различных ипостасях, как в наборе 4+, так как 3+, 2+ и так далее. Соответственно, к нему можно докупить пейджер, можно купить сразу полный набор. Пейджер будет действовать гарантированно в радиусе 200 метров. Шестицветовая индикация, любой выбор на ваш вкус. Здесь, помимо шестицветовой индикации, присутствует двойная чувствительность, как обычно, различная тональность, как обычно, различная громкость. И плюс ко всему, все фишки водонепроницаемости и D-Tech систем такие же, как у их старших брата RX+. Что еще позитивного изменилось в данных сигнализаторах, это сама форма сигнализатора. Уши, так называемые, стали более высокими, более выделенными, то есть, что дает возможность нам реже использовать дополнительные стойки для удержания удилища при ловле в корягах. Плюс ко всему, резиновый уплотнитель стал более плотным, более широким. Опять же, это удобно для расположения удилищ в различных ситуациях. Цена осталась прежней, как у предыдущих сигнализаторов поклевки M и MX. Соответственно, мы получаем на сегодняшний день больше возможностей, больше качества от Fox за идентичную цену. Пройдемте дальше. Я не мог пройти мимо этого продукта, потому что все мы с вами ждали уже этого продукта именно от Fox последние несколько лет. Потому что Fox всегда славился своими продуктами по заботе о карпе. Итак, представляем вам долгожданный мат на ножках от Fox. Этот мат отличается тем, что, во-первых, он дает возможность нам любую рыбу, любого веса и массы фотографировать без проблем на нормальной высоте, потому что ножки расположены по бокам, а не посередине. Это раз. Во-вторых, каркас параллелен. То есть здесь у нас с вами нет никаких железных частей. Соответственно, эта часть совершенно мягкая и не повредит рыбу любого размера, даже размером, я думаю, хорватского до 40 кг. Плюс ко всему, эту штуку можно также использовать как отпускалку, но если вам этого делать неохота, то Fox предусмотрел специальный размер данного мата на ножках под размер одноименной фоксовской отпускалки. Очень удобно и практично. Все это пакуется в одну сумку и спокойно транспортируется до места рыбалки. Вот такой вот подарок для нас от Fox. Хочу напомнить вам о довольно широком ассортименте укрытий и зонтов от Fox. Он действительно большой, но он разумен на сегодняшний день. И стою сейчас у самой топовой версии укрытий от Fox, моей любимицы Ultra Broly, который на сегодня Fox наконец-то прикрепил вторую комнату. Теперь это не просто люксовая однушка, а, скажем так, уже двушка. Ну, или однушка плюс для одного рыболова. Здесь смело встает при необходимости две раскладушки, и у вас есть дополнительное место для работы в вашем свиме. Пристройка, соответственно, будет продаваться в отдельной сумке. На переднюю часть будет пристегиваться передняя панель от оригинальной Ultra Broly. Они будут предложены нам как в каму, так и в этом хаке цвете, всем уже знакомым и любимым. Что еще Fox предлагает на сегодняшний день в линейке шелтеров? На сегодняшний день Fox предлагает, пойдемте взглянем туда. Harry, let's go there. Это новинка под названием Easy Broly. И ее суть такова, что она создана для того, чтобы создавать вам, скажем так, рабочую зону в элементарном и быстром ее установлении. Панельный, передний для этой палатки продаваться, точнее зонта, не будет. Она оснащена довольно удобным механизмом быстрого установки и очень интересной системой стоек, о которых вы, наверное, лучше посмотрите отдельное видео, также на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и, конечно, ставьте колокольчик, потому что эти видео совершенно скоро появятся на нашем канале, и вы можете их легко пропустить. Пойдемте дальше посмотрим, что у нас есть.
дорогие друзья, как истинный карпетник, для того, чтобы что-то взять, надо что-то спереть. Все это я напялил на себя, хоть сейчас 34 градуса, потому что мне очень понравились эти новые вещи. В моем любимом Чанг. Рассказывать про них вам не буду, их надо щупать и смотреть. Приходите к нам в магазин, а мне пора. Всем пока, увидимся в Москве.